Может, отечественные исполнители и не вникают в такие подробности, однако наши зрители сразу находят подтверждение плагиату. Видео с доказательствами распространяются по сети, а звездам приходится оправдываться. В тексте говорим, кто из селебрити воровал образы или даже стиль продукции у иностранцев. Недавно Анна Семенович выпустила клип на песню «В космос» и полностью повторила образ Карди без обложки ее дебютного альбома «Invasion of Privacy». Карди выпустила его в 2018 году, а Аня решила воспользоваться образом в 2023 году. Семенович предстала в полосатом черно-белом костюме, а еще с желтым париком, который даже уложен так же, как у рэперши. И, конечно, не обошлось без огромных солнцезащитных очков и яркой помады. Оксана Самойлова несколько лет назад запустила собственную косметику Sammy Beauty. Оксана долго готовила аудиторию к запуску своей продукции, а оказалось, что блогер полностью скопировала дизайн косметики Кайли Дженнер. Более того, Оксана